Мы должны обязательно вернуться к ГОСТу, потому что ГОСТ – это была конституция для всех производителей. Вы должны понимать, что без жесткой руки порядок в стране навести невозможно. И дворники в Бельцах получали 1600-1800 лей, сегодня дворники получают 4,5-5 тысяч лей. Потому что навели порядок на муниципальном предприятии, до этого там украли примерно 16 миллионов лей, пришлось кого-то прогнать, но главное есть результат. У нас минимальная пенсия 1180 лей, максимальная пенсия 225 тысяч лей. Единственный вариант – это установить лимит на максимальную, и сразу автоматически увеличивается минимальная. Вы должны понимать, что если мы не реанимируем училища профессиональные, которые у нас были, у нас никто не откроет ни одной фабрики, ни одного завода. У нас вот есть структура, которая называется районный совет. Это то, что нужно в первую очередь ликвидировать. Если примар из оппозиции или из другой партии, у нас города и села не получают ничего. Зачем нам сегодня центр по борьбе с коррупцией? За последние 7 лет, когда украли миллиард, они не заметили, утащили аэропорт, они не услышали, а они нам за все эти годы обошлись за 7 лет 220 миллионов евро. У нас начальники на начальники на начальниках. Мы показали, что мы могли сделать на местном уровне. У нас в списке нет бывших депутатов, бывших министров. Я знаю, что когда мы встретимся с вами через годы, через два и через пять, я буду смотреть людям в глаза и буду идти с высоко поднятой головой. Спасибо большое, что пришли. 11 июля голосуйте так, как вам подсказывает ваше сердце. Спасибо, Данюша. Пока. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.